Птичье новоселье сегодня принимает Толкский монастырь. Акция с таким названием стартовала в Ярославле. По территории кедровой рощи обители студенты педагогического университета развешивают скворечники. Деревянные домики изготовили ученики 11-й школы и 3-й гимназии областного центра. Сегодня ребятам удалось развесить семя, однако в планах более 50 по всему Ярославлю. Как говорят специалисты, больше всего такое жилье любят скворцы, синицы и зарянки. Толкский монастырь впервые стал площадкой для проведения акции. У самого проекта «Птичье новоселье» уже многолетняя история. Начало ее с 1999 года. Инициатором был это университет Ярославский. Педагогический. Вот. В 2002 году это стала активная акция проходить при поддержке департамента. Есть определенные требования скворечника, ведь если его неправильно изготовить, вот, не выдержать определенные размеры, вот, не зачистить стеночки, то птичка там жить не будет.